Майя Сергеевна, скажите свое экспертное мнение по тому вот этому календарю. Сложно ли нам накормить мужика? Смотря какой мужик, иногда бывает очень сложно, иногда вообще не хочется его кормить. Иногда он нахуй, в принципе, не нужен со своими, блядь, тарелками, вилками и вообще. А есть такие мужчины, которых прям хочется полуголым виде. Конечно, кушай, миленький, приготовить, конечно, кушай борщичок. Что-то на грани фантастики. Накормить его, еще и ротик вытереть салфеточкой, еще потом отсосать, если надо будет. Смотря вот так, какой понятно. Мужчина. И для этого всего мужчина должен быть настоящим мужчиной. И зарабатывать на этот самый борщ, кстати. И на все остальные потребности. И тогда нам будет очень сильно хотеться накормить этого мужчину. А все остальные мимо. Да, Майя Сергеевна? Да. Вот знаете, не судите меня строго. Можете называть меня циничной сволочью. Но я скажу так... С такой бабой врагов не надо, это раз. А во-вторых, если уж на то пошло, периодически вызывать клининг, заказывать еду и оказывать, вернее, оплачивать услуги женщины-жрицы любви будет в разы дешевле, чем жить вот такой вот черной дырой. Причем во всех смыслах слова.